Волейбольный клуб «Газпром Югра» выбыл из борьбы за Кубок России на этапе полуфинала. Наша команда в Казани получила в соперники довольно серьезных оппонентов, в числе которых многократный победитель этого турнира «Зенит». Помимо фаворита, сургутяне уступили новоуренгойскому «Факелу» и уфимскому «Уралу». В решающую стадию из второй подгруппы вышел только коллектив из столицы Республики Татарстан. Газовики уже тренируются на домашней площадке и в ближайшую субботу ждут в гости чемпиона страны. Триумфатором прошлого не полностью сыгранного сезона стал новосибирский «Локомотив». В премьер-арену болельщиков 14 ноября просят не приходить. Из-за коронавируса и нарастающей заболеваемости в регионе встреча пройдет без зрителей.